Всем привет, друзья, с вами Калиня Ретро и Андрей Доцент, мы продолжаем играть в Stay Close. Здорово, здорово, здорово! Ой, блин. Какие-то сегодня модные. Да, мы сегодня, не знаю, посмотрим, хватит ли у нас нервов вообще пройти эту игру, и позволит ли игра нам вообще это сделать. Но мы сейчас бежим к тому месту, где у нас в предыдущей серии случилось не очень хорошее явление, меня сцапали, а вместе со мной заодно Калюню. Да, и фишка в том, что нас не пускают туда также. Блин. Так, а чё этот Сайрус тогда там пиздел, что сейф прошел? Да, бред какой-то. Походу, как будто нас... хранить нас. Да, ну давай попробуем ответить, может быть... Стойка, а тут... А так, да правильно, в игре-то управления-то нет, настроить негде. Я так полагаю, тут F9 ни хрена не работает, а то если я даже и нажму, то, скорее всего, как бы это... Так, зона, видишь, остальные игроки, нужны остальные игроки. Да, да, это он говорит. Да, то же самое несет. Чё так, все, Сайрус, это Айс у нас. Потом Кэндл. Потом у нас Window. Все. И все, все, да, то есть... вот такой ответ. Перевод был в первой части лютый. Да, просто караул. Шикарно, да? И теперь, короче, идем назад. Слушай, там, короче, какая-то вот реально... Стойка, может быть, тут сохранения работают? Смотри-ка. Сейф-зон нужна. Слушай, так, вот игра сохранена. Ну, вот. Да, я вот нажимаю F5, у меня вот вообще как бы ни хрена не происходит. Ни F9, ни F5, вообще ничего не работает. Может быть, сейф-зон будет работать, когда мы принесем ему эту игрушку? Да, может быть, какие-то, знаешь, типа призраки за нами бегут, мы забегаем сюда. И да, может быть. Ну, этот Сайрус, это какой-то явно не человек определенно, потому что здесь творится вообще черт знает что, Silent Hill какой-то. Просто караул. Полез уже. Ну. Куда пропал? Так, я в дом бегу. А ты где? Понял. Да. Да я около где-то люка стоял. Блин, не оставляй меня одного нафиг, да? Все в люк съебались в этом городе, да? К Майкл Бэю, да? В новые черепахи. Так, вот, короче, смотри. В общем, мы помним, да, с тобой? Не будите спящих. Вот, смотри. Как вот не вот она стоит, да? Но тогда, я помню, она появилась. Ну, да. Записку читать смысла нету. Давай-ка бежать не будем, подойдем. Мы здесь можно с тобой же пройти, вот он проход. Так там лестница-то, погоди, там лестница, она прямо к ним идет, она сейчас к нам, может, ломанется на лестнице. И представляешь, что будет? Назад! Тихо, она не бежит. Спокуха. Вот она идет плавно. Здорово. Она... О! Ты понял, да? Когда на нее светишь, она не идет, да? Я так это понимаю? Нет, она бежит, когда заходишь в дом. Блин. Да. Дура. Иди нахер. Стой, что-то мне как-то... Вот в тот раз она стала по-иному. Так, погоди-ка. В тот раз этого... Ой, блядь. Какая она стрёмная. Да не говори, слышь, ну её нахер. Короче, идем. Тот чувак вылетел со второй комнаты. Она прошла мимо. Слушай, а у нее скрипт, походу, работает. Она... А, блядь! Японский городовой. Стой, слушай, а может быть... Она двигается. Смотри, она двигается, да? Мы делаем шаг, походу, и она делает шаг. Что-то странное. Вот смотри, мы стоим, она не двигается. Ты ходишь, и она начинает двигаться по чуть-чуть. А что если, знаешь что? Что если они двигаются, когда на них не смотришь? А, может быть. Но все равно какая-то хрена. Я сейчас двигаюсь, она не двигается. Ой, блин. И этот еще рычит сверху, козлина. Там они все рычат. Нет, слушай, вот давай-ка вот вообще стоять, не двигаться, и посмотрим, как она вообще себя вести будет. Замри просто. Свет выключи. Ой, блядь, она свет! Ты это, на нее свети, смотри, я на нее светану, она больше перестала двигаться-то. Короче, светить надо. Да. То есть свет это обязательная фигня. Давай, короче, иди в жопу свети. Когда она в темноте и когда... Блять, и этот рычит вон в той комнате, в которую ты как раз заходил. Она не поднимается наверх вроде. Они не могут преодолеть, видимо, лестницу. Это для них как бы барьер. Вот это вот вообще с левой комнаты, слышь, ну нахер, иди сам первый туда. Я нафиг не пойду, ё-моё. А еще мне того раза хватило. Аккуратнее, он прям тут рядом. Блять! Вот ты видал, да? Вот это вот вообще, это не... Урод какой-то страшный. Блин, да, горбатый какой-то. И вас, типа, в резиденцию куда-то вернули. Вот как вот... обратно в начало, понятно. Как вот не шуметь? Вот что ты понимаешь вообще вот под словом «не шуметь»? Я думал выключить фонарь и просто спокойно пешком ходить. Но мне кажется, что просто... Мне кажется, в ту нужно светить, а этот держится за глаза. Мне кажется, нельзя светить на него. Почему-то мне так кажется. А что если нам попробовать, знаешь что? О, смотри, где появились-то! Ни хрена. Чувак, поспешите, говорит. А в первый раз не сработало, помнишь? Что-то вообще, короче, хрень какая-то дикая просто. Давай-ка, знаешь, как сделаем? Попробуем мимо этой пробежать, и мимо того пробежать вообще промчимся, может быть, так получится? Ну давай, я и не включаю фонарь. Слушай, а мне кажется, знаю, почему сохранение прошло. Знаешь почему? Почему? Может быть, потому что замочили тебя и сейф прошел, а я же как сервер выступил, и получается, что если, видимо, меня убивают, то, может быть, вообще откат? А, как думаешь? Это как бы, знаешь, это... Ну, это, конечно, бред собачий, да. Я хоть и муж, я хоть и главный в этой семье, но идешь ты. Да, но идешь ты. Ей-богу. Нет, слушай, вот давай-ка посмотрим, какие еще кнопки у нас есть, помимо этого. Мы можем присесть, краса, кроме как бежать. Так, это тоже как-то. Это так. Никакой больше альтернативы нету. Ну, я понял, на нее надо светить. На того светить не нужно. Мы в тот раз тоже светили, она побежала же на нас, смотри. Она просто вот хаотично действует. Не, вот смотри, вот сейчас она побежит. Вот давай сейчас, я просто пойду прям на нее. Вот смотри, я на нее иду и свечу. Она не в темноте, она не двигается, видишь? Ага. Все, изи. Не отворачивайся от нее только. Я не отворачиваюсь. А та тварь, давай я сейчас попробую мимо той пройти просто без света. Погоди-ка. Ой, идет, смотри. Она идет прям даже когда светит. Она идет, видишь, когда не светишь, наверное. Она поднимется по лестнице, интересно. Ну-ка, выключи. Я выключил. Ой, блядь, этот звук меня нахер пугает. Слушай, я предлагаю вообще, короче, нестись сломя голову мимо него. Она по лестнице поднимается. Да вы гоните. Ты там тварь. Короче, сейчас если она ломанется... Прямо мимо этого несемся, сломя голову. Слушай, а что если нам нужно... А что если нам надо здесь на скорости все сделать? То есть просто пробежаться и... Короче, я побежался. Давай, я тоже. Ну, неплохо. Красота вообще. Вообще просто ништяк. Просто яйца в кулак и просто... Да, и вперед. Дверца закрыта. Никто вроде с лестницы не идет. А что если они атакуют, когда ты задеваешь стенку? Смотри, записку пропустил-то на полу. Где? Где записка? На полу. Так, ты давай свети в проход там, смотри-ка. Да, я все еще заперт здесь, пока моя машина не починится. Я не могу найти механика. Никогда не думала, что так вот до этого всего дойдет. Тут что-то... Тут, короче, нету еды, не запирался как-то без еды или с едой, короче, непонятно, с едой какие-то проблемы. Я ждал кого-нибудь, кто бы смог вообще что ли это сделать, ну, я так полагаю, машину починить. Пытался сломать хранилище, какую-то комнату. Ну, короче, я потерял свой аппетит какой-то. В общем, короче, голодал тут кто-то, дико причем. Ну, понятно. А, смотри, значит, все-таки на того огромного светить нельзя. Ну как предугадать то, что он... Слушай, будет сидеть, блядь, там чьи-то глаза здоровые, смотри, из-за угла выглядывает. Где? Вон, я туда смотрю. Вот, не свети на него, не свети. Это вот тот тип. Это вон тот тип, которому нельзя светить, на которого нельзя светить. То есть, слушай, давай в комнату зайдем налево. В комнату налево зайдем. Давай. На того мы не светим, а на ту бабу мы светим. Все понятно, все в принципе. Видимо, разница. Понятно. О, фото какое-то. Записочка твоя. Вон она. Колотели, короче. Мы бухали, веселились, доигрались, допиздились, да? Просто пиздец так. Так, я клянусь богами. и соседи не хотят заткнуться, я не могу уснуть, потому что кто-то там херней страдает. Что они делают там вообще? Этот звук просто с ума сходит. Если я услышу еще что-нибудь, то я потеряю разум свой. Так, слушай, а как нам там пройти? Там вообще какой-то головастик. Без света в соседнюю комнату, она открыта. Только так. Блять, он горбатый ключами. Нахер. Я вот смотрю на него, это пиздец. Это вообще не человек, это не скелет, это... Блять, ты видишь, да? Нет, смотри, я смотри на него. Смотри на него. Глаза такие. Это знаешь кто? Это этот... Есть грудь. Да, я тоже так иду. Кто же такой? Вин Дизель, сука, давай-ка, давай. Блять, назад! Я бежать не могу. Ой, блядь. Не свети! Я вообще по лестнице. Он реагирует на свет, то есть ты видишь, ага. Все-таки досветился, так сказать. Засветились, да? Засада была. Просто. Слушай, а где тогда тот, получается, внизу, который был? То есть те, у кого есть глаза, они реагируют на свет. Те, у кого нет глаз, они просто ни хрена не реагируют. Так, это что такое? Ну да, мы опять у этого. Не реагируют. Опять мы, видишь, там же появились. Ну это не кукла, да? Видишь? Я попал. Я есть Грут. Просто бегаем тогда. А там Вин Дизель, ё-моё, записался. Он же нас любит тоже, игры. Да. Вин Дизель. Так, короче, свет вырубаем. Блин, и, кстати, знаешь, какой интересный момент получился? Когда он на меня побежал, я побежал в сторону лестницы. Когда он оказался рядом со мной, я не смог бежать. Он меня отрубил, как будто способность бежать. Я не мог бежать. Зашел в комнату и пытался включить свет так, чтобы на него не светить. Так, ну вот, короче, смотри. Ты думай, как его пройти теперь. Я вот иду на нее, свечу. Да, не паримся с ней, мы не паримся. Ну, на самом деле, достаточно сложная игрушка в этом плане, ну да, потому что... Она сложна тем, что необычно. У нее, но... типа, вместо глаз там какая-то. Игра сложна тем, что не вырубаешься, что делать надо. Тут даже настроек управления как таковых нету вообще. Ну да. Ну что, пробежимся? Свет вырубаем и бежим, да? Смотри, она... Ну-ка, сейчас я попробую отвернуться. Нет, она вот идет, когда на нее светишь. Да, она утыкается в лестницу. Слушай, давай, короче, на счет 3... Раз, два, три. Погнали, я за тобой. А вот эта комната, подожди. Блять, это рычит. Тихо, нет. Фу. Идем дальше идем. Мы идем нормально. Да, там ни хера нету. Мы должны какую-то игрушку найти, которую хрен из ладьи найдешь. Еще этот там. Так, свет вырубаем, я так полагаю, да, здесь? Ну да, сейчас поднимемся. Тут вообще ни хера не... Стой! Слушай, а что если я вот так вот буду, то есть, светить? А я вот так же и в тот раз и получил, что он меня поймал. Видишь, соседняя комната, давай просто без света соседнюю комнату, она подсвечена. Давай, на скорости беги! Он не видит! Он стоит! Он не видит, да. Что здесь? Что в этой комнате? Это как определенный сейф, то есть ли какие-то записочки? Нет? Ничего? Я даже не знаю, как их подбирать тут. Здесь пусто, в соседнюю, следующую. Слушай, ну что, попробуем к нему, что ли, подойти? Ну, мне что-то как-то сыкотно идти. Ты глянь, он вообще не пошевелился, когда мы в него это... Он, видимо, сам ни хрена не видит. Ух, нифига себе, куда я забрался. Да, он так же, как и я, так же, как и мы, не видим ни хера себе. Да. Я понимаю, что я жена, конечно, не хочу быть на... Так, стой-ка, давай-ка попробуем. Попробуем-ка... Что если давай тут надо как-то отвлекать? Да, вообще, как ни хер делать? Вырубай свет и пиздуй дальше такой, да, жена просто. Ну давай, иди, в соседнюю комнату просто. Я эти два глаза вижу. Да вот же, помнишь еще Ви? Тихо. Ты свет не включай только. Да, не включай. Тихо, братан. О, птица, сука, стой! Улетела, мать твою. Так, подожди, здесь что-то должно быть. Там записка. Во, выполнено. Нашли компас. Я компас подобрал здесь. Хорошо. Теперь нам надо таким же макаром спускаться вниз и бежать. Жалко через окно. Тихо, смотри, он двигается. Ну ходит. Он не ходит, он головой ее лозит туда-сюда. Все, понял. Стойка, ну что, давай, как действуем? Свет, короче, не врубаем. Да, также уходим отсюда. Главное, чтобы тот внизу на третьем этаже, он тогда не сагрился, он просто мне показал, что он побежал, тот, который на третьем был этаже. Ага, так, Тот мы просто пробегаем, а потом включаем фонари после того, который где находится. Я иду за тобой, не включай свет. Я ничего не вижу. Иди, иди, иди. Иди, короче, на него смотри. И теперь вот. Все. Все. Слушай, а как тут вот быть, этот этаж, это что, этаж, на котором тот в комнате. Вырубаем свет. Это же не человек. Подожди, это тот этаж или не тот? Не, это подожди, нет, это халявный этаж. Тут да, же комната закрыта. Халявный, халявный, халявный. Это чекпоинтский. Жалко, здесь да, засейвиться никак нельзя. Да в натуре так хочется нельзя сейв сделать. Это вообще просто жуть. Так, вот здесь, короче, как делаем? Ну, я бы свет выключил бы и дошел бы до лестницы. Угу. Стой-ка, стой. Не видно. Короче, знаешь, как делаем? Я включаю на максимум ускорение, прижимаюсь к стеночке. Все, давай, вырубаем. Думаешь? Я, блядь, давай тебя посмотрим, еле... может, глаза не горят? Горят глаза. Горят. Он не видит. Да, это он... тот же самый. Он не видит ни хера, смотри, он не видит. Да, тихо, тихо. Теперь свети, там же. Свечу, свечу, свечу. Свечу. Пропала, что ли? Я вижу ее, вот она. Все, 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 хорошо. Спиной к ней, спиной, блядь. Погнали! Погнали, погнали, погнали! Съебываем нахуй отсюда! Нормально, да? Опа, мать! Фу! Слушай, это что вообще за твари такие были? Просто. Знаешь, она самая напряженная, наверное, хоррор-игра, в какую я когда-либо играл. Ой, слушай, вообще нормально. Поначалу что-то это самое с этими загадками, как ты это, а тут прямо так неплохо вообще. А сейчас прикинь, так за нами так пойдут. Ну-ка, давай-ка. Вот, сохранились. Фу! Фу, да, сейф, это хорошо. Это замечательно. Блин, поговорим. Чё? Были проблемы какие-нибудь? Были? А, не, брат, все легко. Я изи справился. Вернулся назад так быстро, да? Вернулся назад так быстро? А, да, мы нашли твой компас. Хорошо, давайте его сюда. Я надеюсь, это чертова птица, короче, гребаная мисс Фортуна какая-то. А, ладно, так, мой компас. Да, я как раз вспомнил. Спасибо вам, спасибо. Я теперь больше никогда не собьюсь своего пути. А, так вот, стой, так это он, наверное, у нас был заперт. Теперь расскажи-ка нам, как отсюда выбраться-то? А, я сделал, извините, но сначала... Да, но сначала нужно кое-что типа сделать. Еще что-то? Другие есть какие-то, да. Есть несколько таких же ребят, прям как и вы. Они куда-то посваливали и не играли в мою игру. Что-то я какое-то им наставление, предупреждение делал, но что-то случилось там. И они, короче, заслуживают второй шанс, как бы. И куда идти в этот парк? Куда он вообще ведет этот путь и этот какой-то нахер? Этот путь и этот. Охерительный перевод. И этот, да. Will clear. Да. Там путь будет очищен, если ты там что-то сделаешь, короче. Мы можем вернуться назад мертвыми. Это заставит... может вернуть нас назад покойниками. Это заставит нас плакать, либо смеяться. А, что заставляет нас возвращать мертвых, заставлять плакать, заставляет смеяться, быть молодым, рождаться. Что это такое вообще? И что-то... Проживать оставшуюся жизнь, да? Да, что вот надо. Что это дело, что да, как бы что возвращает это? из мертвых, не знаю, любовь нахер. Так. Ну да, и смеяться и плакать, это логично. Да. Смеяться и плакать. Время, нет. Охерительные загадки поперли, я просто в шоке. Что? Так. Супер история. Да, одна охерительнее другой, блин. Просто, да? Какую ты мне сейчас историю расскажешь, да? У меня уже просто голова, ё-моё, с ума сходит. Одна история охерительнее другой. Сначала что-то там пиздит, ё-моё, про мистику с путями в парке, потом загадки задает. Так, делает нас с молодыми, заставляет смеяться и в то же время плакать. Шутка может. Шутка возвращает... Ну, плакать это да, и к жизни возвращает. И к жизни возвращает. Нормально. И оставшуюся жизнь с рождения... Так, оставшееся время. Что это такое вообще? Вот бляха-муха, а? Короче, режим Google Translate Activate, да. Надо более так перевести как-то. Да, чтобы врубиться, вот. Возвращается этого. Так. Блин, а. Так. Born. Джейсон. Так. In. Вот. In. Блять, охуительный геймплей! Замечательный. Да. Симулятор просто переводчика. Да, вообще. Я научу вас любить английский язык. Да, instant, yet, last. Ну, это понятно. Вот это вот, что это такое вообще? В еще одном... Чё, какое нахер мгновение? Один перевод охерительнее другого просто. Знаешь, эта игра и так загадками говорит, и тут еще этот переводчик вообще просто в конец, да? Теряет связь с реальностью. Мы так реально потеряем связь с реальностью с этой игрой. Ну-ка. Last. Бляха ты муха. Life. Time. Ну-ка. Что это у нас? Угу. Родиться в миг... и длится всю жизнь. Появляется типа с рождения, рождается в момент все это, и длится всю жизнь. Возвращает, что может вернуть назад мертвое, так полагаю, bring the dead, bring back the dead, это же, по-моему... Back the dead... Смертв заставляет нас плакать. Ну, либо вернуться, может быть, не вернуться, а типа вспоминать мертвых. Не знаю, Family. Black, либо этот... 13-й сектор, да? Просто давайте волчок крутить. Да просто, кто отвечает? Мне, пожалуйста, помощь магистров, да? Так, плакать заставляет, нас заставляет плакать, нас заставляет смеяться, делает нас молодыми как-то. Появляется, ну как бы не совсем, рождается в момент, то есть в миг, и длится всю жизнь. Я вспомнил песню, этот «Сотри ее из мемори». Может, это воспоминания какие-то? Слушай. Типа воспоминания о мертвых, типа радости. Мемори! Мемори это у нас. Фу, так. Память. А в принципе, да. Появляется в миг, то есть память. Но это, знаешь, это, хотя это в принципе не подходит для тех, у кого память как у курицы. Ой, блин, да. Какой-то бред собачий. Появляется в миг, длится всю жизнь, возвращает мертвых, заставляет плакать. Точно, слушай, в натуре память же, в натуре. Просто какие как в песне была строчка, вот я как раз про нее вспомнил. Еще флис, так. Flies forever, rests never. Что кое-что навсегда? Flies, ну что это такое у нас? Что летает вечно? И никогда не отдыхает. Летает вечно. Время! Не... Время, наверное. Постой, время листочек же летит, как у нас. А мне про листочек в голове. Вообще-то... Это вряд ли, это просто... Да. Это ассоциация просто с осенним настроением. Но... Что летит всегда и никогда... Как бы вечно, всегда и никогда не отдыхает. Что может лететь у нас? Жизнь! Ну-ка. Жизнь, да, возможно. Нет, жизнь не вечна, она не всегда. Life. Ветер, может, какой-нибудь. Кстати, винт, ну-ка, ветер. Ветер, точно, ветер летит, да, ветер. То есть ветер летит, то есть у нас первый, короче, у нас был, так, память, потом ветер. Просто то вдруг сейчас нас откинет, короче, опять к ебени матери куда-нибудь назад, и все. Что? И может что-то идти через двери, но никогда не входит и никогда не выходит. Ключ. Идти сквозь двери, а никогда не выходит. Ключ. Что идет в дверь, но никогда не входит и не выходит. Кстати, в натуре ключ же мы вставляем, но он, собственно, не входит в дверь и не выходит. Ну, да. Кий. Ну-ка, кий. Нет, это не кий. Не ключ. Замок. Нет. Стойка. Идет ручка дверная. Дверь. Что типа идет, ну я так полагаю, go through, то есть идет в дверь, но никогда не входит и никогда не выходит. Что входит в дверь? Может быть, что, ну да, может замок, Ты писал, да, замок? Я писал замок, так, ну, замок, вот не знаю, замочная скважина. Лок, так, поехали, надо глянуть, я уже забыл, как замок. По-моему, лок это заперто, а замок... Замок у нас... Ну какой нахер? Нет, лок, да. Смотри, или замочная скважина, кейхол. А, кейхол, ну-ка, кейхол... Блять. Да, кейхол, замочная скважина, вот. Все, да, отлично, замечательно. Такой, как нихер делать, говорит. С тобой охерительно играть вообще, просто замечательно. Спасибо, чувак. Так, и потом еще кое-что меня спрашивали. Как много каких-то страуберис, не знаю, что это такое, растет в море. Не знаю, то ли растительность, то ли хер. Что это такое вообще? Я ответил ему просто... Так же много, как и какая-то хрень плавает в дереве. Бред собачий, пошел нахер, ё-моё, со своими. Вообще, ничего не понятно. Фу. Я думаю, знаешь, как мы засейвились? Смотри, выходим и заходим обратно. Скорее всего. Это так сработало. Помнишь, мы с тобой несколько раз ходили, выходили. Вот смотри. Мы тогда вышли, видимо. Нет, мы тогда сохранились, мы тогда вышли. Когда первый раз вошли, и мы вышли, то есть мы сохранились на входе, но не на выходе. И поэтому у нас назад. Ой, господи. Вот, геймсейв. Вот теперь все нормально. Я фу. Сейчас еще раз зайду. Да, я просто наверняка прям на сохраняться так и хочется. Ну что, тогда, думаю, здесь закончим, да? Да, перерывчик надо. Угу. Да, закончим спасибо, здесь. Ребятки, за просмотр. Мы сегодня попытались разгадать загадки этого Сайруса, или как его там зовут. Да, и вообще города в целом, вообще, что здесь происходит? Тут монстры какие-то, да. Я не понимаю, что здесь творится. Все в шоке, в общем. Ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И играли сегодня с вами вместе Калюня Ретро и Андрей Доцент. Всем спасибо, удачи и пока. Пока-пока.